нового? Из отпуска вышла. Где так загорел? Телевизор близко смотрела. Че, не ездил никуда? Ну почему? По Золотому кольцу гоняла. Холодильник, диван, туалет. Ща, погодь. Алло? Привет. Это Вадик. Кто? Вадик. Брат твой. Ты че, живой, что ли? Я ж тебе свечки за упокой 3 года ставил. Слушай, Наташ, это времени очень мало. Мне помощь твоя нужна. Я в тюрьме. Я тоже. Прикинь, как совпало. Слушай, вообще не смешно. Ты можешь в Москву приехать? Не-не, только на опознание. Да, братик, один совет. Слушай, тебя когда петушить будут? А тебя будут. Ты в администрацию не стучи. Так просто в обиженках проходишь. А стуканешь, тебя сразу в шерстяную хату переведут. Наташ, ну хватит, а? Поможешь, сеструха. Сеструха? Да ты мне 15 лет не звонил. Осенью юбилей будет, когда ты мне единственные сережки спер и в Москву свалил. Звони еще лет через 10, братишка.